Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Страница 118, упражнение номер 191. Рассмотрите в картинной галерее учебника репродукцию картины Александра Степановича Степанова «Лоси». Что художник изобразил на картине? Почему картина так названа? Картина названа «Лоси», потому что художник изобразил на ней семью лосей. Откуда вышли лоси? Что они увидели на опушке леса? Чем занялись лосята? Кто их охраняет? Каким был старый лось? Лоси вышли из леса. На опушке они увидели стог сена. Лосята начали его есть. Их охраняет старый лось. Старый лось осторожный и заботливый. Составьте рассказ по картине, используйте опорные слова, подготовьтесь его рассказать. Запишите 3-4 предложения из своего рассказа. Опорные слова. Зимний лес, стог сена, семья лосей, лосята. Принялись есть вкусное душистое сено. Лосиха, старый лось, сильный, темного цвета, огромные ветвистые рога, настороженно прислушиваются, нет ли опасности. Запишем рассказ. Семья лосей вышла из леса. На опушке стоял стог сена. Весеннее солнце оставило снег только на макушке стога. Лосей привлек запах душистого сена. Пока лосиха с лосятами ели, старый лось, темный, с ветвистыми рогами, чутко прислушивался, нет ли поблизости опасности.